с вами Виктория, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу вам рассказать, как сделать котлеты для бургеров. Фарш для котлет мы с вами приготовим вместе, сформируем их, и также я покажу, как их правильно нужно обжарить. Я буду использовать филе говядины. Рекомендуется использовать говядину не менее 15% жирности. Говядину нарежу на небольшие кусочки. Говядину я буду перекручивать на мясорубке с крупной решеткой. Перекручиваю фарш второй раз. Для бургеров рекомендуют перекручивать мясо два раза. Готовый фарш нужно хорошо вымешать и отбить. Для чего его нужно отбивать? Это для того, чтобы при обжаривании котлеты не разваливались. Я постелила пищевую пленку и с помощью вот такого приспособления буду формировать котлеты. Если у вас есть форма для формирования котлет, то это вообще будет очень хорошо. Вот таким образом вы можете их сформировать. У меня эта форма немножко маловато. Булочка у меня большая. Котлета должна быть не меньше, чем размер булочки. Не забывайте и учитывайте это. Теперь из котлеты делаю колобок. И вот таким образом разравниваю все по поверхности формочки. Толщина котлеты должна быть примерно 1 сантиметр. Все котлеты должны быть одинакового размера, чтобы они у нас равномерно и одновременно обжаривались. Можно немножко помогать руками. Посмотрите. Какая котлетка получилась. Все получается ровненько, аккуратненько. Серединку можно немножко вот так вот прижать, чтобы котлета у нас при обжаривании не поднималась. И таким же образом формируем следующие котлеты. Заворачиваем каждую котлетку в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут 1 час. Мясо хорошо отлежалось в холодильнике. Из 600 грамм у меня получилось 5 котлет. Котлетки хорошо солим и перчим. Сковороду нам нужно хорошо раскалить. И аккуратно на раскаленную сковороду начинаем выкладывать наши котлеты. Сначала обжариваем котлеты по 1,5 минуты с каждой стороны на сильном огне. 1,5 минуты прошло, переворачиваем котлету на другую сторону. И продолжаем обжаривать еще 1,5 минуты. Затем уменьшаем огонь, добавляем кусочек сливочного масла. И продолжаем обжаривать еще по 2 минуты с каждой стороны. Делайте ту прожарку, которая вам больше всего нравится. Котлеты готовы, перекладываем их на бумажные полотенца. Если вы хотите посмотреть, как с этими котлетками я приготовила бургеры, то ссылочку я вам оставлю в описании. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!